в руце Твоего превеликого милосердия. О Боже мой, врачуй душу и тело мое, чувства и глаголы мои, совет и помышления мои, дела мои, вся тела и души мои, движения. Ты же премилосердный Боже, всего мира грехами, непреодолеваемая благости, незлобивие. Господи, мне паче всех человеков грешнейшего, прими в руце защищение человеческое, избави от всякого зла, очисти многие множество беззаконий моих, подашь исправление злому и окаянному моему житию, и от грядущих грехопадений лютых всевосходящих мя, данью чем же, когда пригневаем тебя человеколюбие, им же покрывай немощь мою от бесов, странных и злых человеков, врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к тебе, пристанищу моему и желанию моих краю, благословенным твоим овцам, да сними тебе Творца моего слава во веки. Аминь.